Международный олимпийский комитет выдвинул свои условия по допуску или недопуску российских спортсменов. Все просто. Поддерживаешь войну, поддерживаешь СВО, участвовать не будешь. Критикуешь войну, не поддерживаешь Кремль, будешь участвовать. И это достаточно прозрачные и приемлемые условия, которые могла предоставить международная организация. Понятно, что кто-то откажется, ну а кто-то будет участвовать. Осуждать кого-то мы не имеем права, потому что за каждой медалью это часы тренировок, потраченных сил и травмы. Для допуска в витальном статусе будут допускаться люди после индивидуальной проверки. В чем одна будет заключаться, никто не сообщил, и пока Международный олимпийский комитет никак не комментирует, в чем будет заключаться данная проверка. Лично я поддерживаю веяние Международного олимпийского комитета. Как думаете вы, пишите в комментариях, приму любое мнение, подискутируем. Но ясно одно, Международный олимпийский комитет дает право людям на выбор и дает руку помощи. Брать ее или нет, остается делом каждого. Пока. Life on 4K, а самым главным нагло и дерзко.